решать. Добрый вечер. На телеканале ЭТВ Плюс в прямом эфире программа «Время решать». И я ее ведущий Дмитрий Фефелов. В первую неделю учебного года мы рассуждаем на тему, а чему сегодня обучают наших детей в школе. И эту тему сегодня со мной в студии ЭТВ Плюс будут обсуждать публика и эксперты. И позвольте представить вам экспертов. Это Эйнар Вяра из фонда Инновы. Здравствуйте. Ирена Кяусар, Министерство образования и науки. Добрый вечер. Карина Пыдра, ученица 11 класса. И Дмитрий Рыбаков, преподаватель Таллинской школы. Добрый вечер. Я надеюсь, дамы не будут против, если я первый свой вопрос адресую Дмитрию. Дмитрий, скажите, 1 сентября для вас праздник? Естественно, с большой радостью ждем в течение всего лета. Я не говорю здесь от имени учеников, но учителей, наверное, в течение августа уже вот такое вот легкое ощущение вот этого ожидаемого. То есть для вас 3 месяца отпуска – это многовато? Этого я не говорил. Скажите, такой уже более серьезный вопрос. А какое ваше отношение к нынешней программе школьной? Ну вот, когда мы с ребятами начинаем обсуждать плюсы и минусы демократии, я задаю всегда очень часто такой вопрос. В каком государстве хотелось бы жить вам? В той стране, где существует длинный список из того, что делать нельзя? Или в той стране, где существует, соответственно, список из «можно»? Вот мне кажется, что наша современная учебная программа, которая используется в школах, это как раз-таки такая страна, в которой очень много можно. А дальнейшее зависит уже от таланта педагога, от возможности учеников работать в этом контексте. Ведь учителя очень часто между собой говорят, что когда есть река, ты можешь эту лошадь подвести к этой реке, но заставить ее пить все равно невозможно. Ирена, а вы как считаете, в чем сильная сторона нынешней школьной программы? Ну, во-первых, конечно, не могу не использоваться случаем и просто должна поздравить всех учеников, учителей, родителей с началом нового учебного года. Это действительно всегда большой праздник и всегда им останется, несмотря идут в 1 класс или в 12-й. Ну, к учебной программе. Я думаю, что Дмитрий тут уже почти все сказал, что одна из самых сильных сторон новой учебной программы, новая, не новая, с 2010 года, так что она уже не так уж и новая, то, что она действительно дает очень большую свободу. Она описывает вообще-то принципы, она описывает результаты, которые мы хотим, что мы хотим, какой ученик должен выйти из школы после 8, 9, 12 класса, и она очень многое дает свободы школе, учителям, ученику. Так что я думаю, что вот это большая сильная сторона этой программы, потому что если нет свободы, то люди не берут ответственность. А обязательно надо в учебе брать ответственность. На эту тему мы обязательно еще поговорим. Эйнар, вам, наверное, этот вопрос не совсем уместно задавать, потому что вы один из авторов этой программы, и, конечно же, она вам нравится. Во-первых, она мне нравится. Во-вторых, я не могу сказать, что я автор или один из авторов, потому что, на самом деле, это были слова народные. Поскольку у нас участвовало, там нет музыки, это слова народные. Вот, и участвовало там около 600 человек в написании этой учебной программы, потому что мы в министерстве занимались общей частью, то есть общими вопросами, что же касается предметных программ, они разрабатывались специальными рабочими группами, где были представлены и учителя, и ученые, и специалисты. Так что в этом смысле я не хочу как бы всю славу брать на себя, но программа не нравится. Ну вот у вас сегодня есть прекрасная возможность услышать мнение о программе от, так сказать, конечного потребителя. Карина, вы сейчас учитесь в 11 классе. Как вам то, что вам преподают? Нравится? На самом деле, да, программа... Ну что ж, всем все нравится. Программа интересная, полная, но, конечно, если говорить о недостатках, то момент, который я хотела бы заметить, это мотивация учеников и как ее стимулировать. Потому что очень важным элементом, наверное, в каждом предмете является объяснить ученику и дать ему понять, зачем он это вообще учит. Если где-то в языках это чаще очевидно, то в точных науках, как физика, химия, биология, география, это не всегда очевидно. И чаще следует прибегать к каким-то практическим занятиям, чтобы ученик понимал, что то, что он учит в классе, и то, что за дверями класса, это все один и тот же мир. Потому что без этого, без какого-то
понимание того, зачем тебе это нужно, без мотивации учиться, без желания, качество образования, качество восприятия информации заметно снижается. И с таким классом труднее работать, и такому классу труднее учиться. И также то, что я хотела бы заметить, это то, что, наверное, очень часто я и мои одноклассники, мы думаем о том, что некоторые, наверное, предметы, некоторые темы, не являются ли они слишком углублением в какой-то предмет? Нельзя ли оставить их на изучение особо интересующимся? И, может быть, немного разгрузить учеников, дать им разобраться в том, что у них есть более основное. Mm-hmm. И такой момент, мне кажется, было бы очень здорово, если бы у нас больше предметов было бы по выбору. Например, предметы как искусство, спорт, музыка. Чаще такие предметы хотелось бы именно брать по выбору. И в моей школе есть хорошая практика относительно языков дополнительных, кроме русского, эстонского и английского. И здесь я вижу уже то, что когда у нас есть реальный выбор, и мы выбираем то, что нам хотелось бы учить, группы становятся меньше, и желающих учиться больше. И с такой группой гораздо приятнее работать. И тогда у ученика есть ощущение, что программа, которую он учит, она более индивидуальная. Школа интересуется тем, что он хочет учить, и желание учить, конечно, возрастает. Я надеюсь, эксперты внимательно слушали все то, что ты сейчас, Карин, говорила. И я предлагаю продолжить эту тему и послушать еще мнение родителей и экспертов, какова нынешняя программа в наших школах. Внимание на экран. Подготовленный ранее видеосюжет представим вашему вниманию прямо сейчас. Этого гимнаста на электромоторе собрали ученики школы робототехники. Многим из их сверстников про электродинамику и программирование в обычной школе еще ничего не рассказывали. Считается, что не по возрасту, но здесь, в школе робототехники, уверяют, дети 7-8 лет прекрасно могут понять, что такое сила, скорость, ось координат и зачем нужны алгебра и тригонометрия. Меня не устроилось такое школьное обычное образование тем, что оно стандартизировано, оно не побуждает детей исследовать, оно просто дает огромный поток каких-то знаний. Нужно вот к этому сроку выучить это, выучить то. Метод Ирины – заинтересовать ребенка. Не нужно строго объяснять, что правильно, а что нет, и пугать двойками. Ученик сам все поймет в игровой форме. Главное – дать маленькому изобретателю алгоритм познания. Дети путем проб, ошибок познают какие-то законы физики, математики, при этом они открывают свое обратно внутреннее любопытство, которое есть у любого ребенка, не учителя ему, что ты вот хороший, ты плохой, у тебя двойка, у тебя пятерка, да, а именно, что ребенок оценивает, что сегодня у него получилось хорошо, а что сегодня у него получилось плохо, а что бы он мог сделать лучше в следующий раз. И если человек умеет мыслить от идеи до реализации, то он может, он знает, как пойти устроиться на работу, да, потому что у него есть идея, я хочу работать поваром, и у него есть план, как мне стать этим поваром. Профессионально готовить мечтает 10-летний Арлет. А еще он хочет изучать химию и испанский язык, активно и успешно занимается разными видами спорта и обожает английский. Down by the woodpile, Homer said again. I'm not a pest, I never said you were, said Lizard. Слушай, отличное произношение. Мама, знаменитая фигуристка Анна Леванди, не нарадуется успехам сына. Говорит, секрет в нашей необычной школе. Учитель сам решает, сколько времени она тратит на какой предмет. Если она берет, допустим, по математике какую-то тему, и ей надо дольше посидеть на эту тему, она может все 3 часа использовать. Разобрать, пойти с ребятами, выйти, она выведет их в нужный момент на улицу погулять, когда они начинают утомляться. Вот она вернется, и она снова продолжит, чтобы сразу до них дошло. А не так, что мы чуть-чуть здесь вот за 45 минут сделали, потом схватили следующий предмет, потом следующий предмет. Она берет и углубляется сразу в эту тему, чтобы она сразу до них дошла. Добавим к этому авторскую методику изучения языка и уроки в музеях и на природе. Кажется, формула идеальной школы раскрыта. Но каким ученик выйдет из нее, сможет ли приспособиться к жизни? Чиновники от образования предлагают развивать у ребенка ряд необходимых компетенций. Кроме знания точных и естественных наук, обязательными навыками считаются умение общаться, навык безопасно и грамотно жить в виртуальном мире, самоанализ, работа в команде и публичное выступление. Но можно пойти еще дальше, рассказывает основатель центра Game Club и организатор неформальных языковых курсов Алексей Разин. Даже какие-то изменения, чтобы 2 учителя давали 1 урок, или 3 учителя, например, учитель литературы, музыки и географии и истории,
Да? Они берут одно время, да, там, например, начало 19 века, и литератор говорит про литературу, Йоко говорит про те открытия, которые были сделаны, да? Музыкант говорит про музыкальные произведения, которые были описаны. Да? И это называется такое слово эстонское «лиминг», то есть совмещение. Свое преимущество Алексей видит в том, что он меньше скован правилами, у него нет оценок, а что касается экзаменов, то каждый в прямом смысле выбирает по себе. И тут у Алексея, впрочем, как у большинства родителей и педагогов-новаторов, вообще никаких претензий к содержанию программы. Надо ли учить математику, физику, английский, эстонский? Конечно, надо. Вопрос – как? Да, и все начинается с того, что каждый придумал себе экзамен. Что для тебя будет экзамен? Да. Для меня экзамен будет свидание с русской девушкой. Круто. Ну, какова мотивация? Одно дело мотивация там сдать какой-то B1, B2, которая чисто такая формальность. Другое дело сходить с русской девушкой на свидание. Или же, например, один парень у нас, Вапол Рамат, который работал, он работал в ИМСе. Он говорит, для меня экзамен будет поработать в Лосно-Амяйском Аполло один день. Я считаю, что я умру. Я считаю, что я не выживу. Алексей считает, цель его центра неформального обучения – помочь обычной школе, изымать из программы одни предметы и заменять другими не призывает. Но, как и его коллега Ирина, советует сделать так, чтобы на всех уроках было интересно, комфортно, можно было изобретать и не бояться ошибок. Возвращаемся в студию. Эйнар, хотел у вас спросить, я так понимаю, что по сути к самой школьной программе ну, таких вот явных претензий нету, но есть довольно четкие претензии в отношении реализации этой программы. Вы учитывали эти риски, когда эта программа составлялась? Ну, во-первых, эта программа не первая. На самом-то деле первая в Эстонской Республике первая учебная программа была составлена уже в 96-м году, и это все развивается. То есть в этом смысле как бы это длительный процесс, вот, и естественно, что внедрение программы это не... То есть написать программу легко. Да, но с 2010 вот. Года она уже существует. Нет, она существует с 96-го года, на самом деле. Ну, та, которая сейчас. Вот, а просто то, что реализация программы, она... Это длительный процесс. То есть она, помимо прочего, требует и подготовки учителей. И, то есть здесь много других вопросов, которые связаны с реализацией. Как вам кажется, сколько нам еще ждать вот этой стопроцентной позитивной реализации этой программы? Ну, знаете, по этому поводу я могу сказать, что вот сейчас считается одной из лучших систем финская. Она примерно 170 лет формируется. Ох, спасибо, вы нас обрадовали. Вот так вот. Но в образовании ничего не происходит быстро. То есть образование довольно инертная система. И, ну, невозможно или нельзя ожидать такого, что вот мы сегодня приняли какую-то великолепную программу, и ну, все произошло. Ну, хоть какую-то надежду дайте. Сколько лет? Ну, не 170. Ну, из этих 170 мы уже 25 работаем. Да, вы умеете обнадежить. Ирена, вот Эйнар затронул эту тему, я тоже хотел спросить по поводу подготовки учителей. Насколько действительно учителя готовы работать в рамках этой программы? Насколько они, ну, не знаю, подготовлены, да? Ну, во-первых, я хочу сказать, что опять немножко точно в ту же оперу идти, что Эйнар говорит, никогда ни один учитель ни к чему до конца готов не будет, потому что учитель тоже каждый день, каждый урок он учится вместе со своими учениками, так что это процесс. Реализация учебной программы – это процесс. Но что касается нынешней ситуации, то я бы сказала бы так, что мы не можем сказать стопроцентно, что эта программа реализуется во всех школах, но мы не можем сказать и наоборот, что она абсолютно не реализуется. Я думаю, что мы уже сделали очень большой шаг вперед. Есть школы, где она очень хорошо реализуется, где используются очень разные методы, где проектные недели. Почему невозможно это же применить в тех школах, где проблемы с реализацией? Если в каких-то школах уже работает, то есть какие-то наработки? У нас наработки, конечно, есть опыт, есть разные описания разных методик, но у нас школы очень свободны. У нас автономия у школ достаточно большая, у руководства школ, у местных самоуправлений, так что здесь все-таки школы сами делают свой выбор, какие методы использовать, как свою школьную учебную программу расписать, потому что учебная программа государственная, это только
рамка. И после этого каждая школа расписывает свою учебную программу, где уже конкретно расписано, как вот в этой конкретной школе, программа реализуется. Ну вот здесь вопрос, и на самом деле, может быть, в этом вопросе и кроется ответ, что эта свобода иногда дается очень непросто некоторым школам. Согласна. Что многие привыкли работать по какой-то четкой конкретной системе. Тут дается свобода, а что с ней делать, это очень сложно трактовать. Это всегда сложно. Это всегда сложно. Ничего не может быть легче, чем то, что тебе дают учебник и говорят, что так, теперь 1 сентября к 5 июня, пожалуйста, со страницы 1 до 256, упражнение 1 до 960. Дмитрий, вам сложно в этой свободе творить? Мне вспомнили сразу слова одного известного французского философа, который сказал, что большинство людей предпочтут умереть, лишь бы не думать. К сожалению, существует такая проблема среди многих учителей, что они никак не могут выйти из вот этой коробочки своего предмета. А за деревьями мы всегда должны видеть лес. И вот говоря о финском примере, вот мы с Ирэном были недавно на конференции, где говорили об индексе счастья. Почему некоторые народы счастливы, почему молодежь в этих странах счастливая и в других странах. Вот у нас есть PISA, объективный показатель, насколько хорошо мы с этой программой работаем. Там очень хорошие показатели. Да, но если будет, мы посмотрим, насколько счастливы наши ребята, с радостью ли они ходят в школу. По актуальной камере был сюжет 1 сентября, и там дети изменились, они уже открыто говорят, что да не хотим мы, гори эта школа огнем, как говорится. Вот с этим стоит хорошенечко подумать над этим, потому что школа все-таки очень длительный период жизни, и если мы не научимся быть счастливыми, и ученики, и учителя в школе, не создадим для этого возможности, а жизнь больше не организует начальство. Вот это тоже предрассудок существует. Но для вас это свобода, это скорее плюс? Естественно, несомненно. Карина, а бывает так, что какой-то предмет сам по себе, по сути, ну вот не особо нравится, но педагог умеет его преподнести так, ну, по крайней мере, на его уроки интересно ходить? Я уверена, что так бывает. Сейчас в моей голове, конечно, не всплывают конкретные примеры, но да, скорее так бывает. Для меня это был подобный опыт вне школы скорее. Скажите, пожалуйста, что мы должны сделать, чтобы учитель преподавал предмет так, вне зависимости от того, какой предмет он преподает, чтобы это было интересно ученикам, ну и полезно желательно? Что? Кто готов? Да. По-моему, одна проблема, которая в нашей школе существует, это то, что иногда школа создает какой-то мир и готовит к этому миру учащихся, а этого мира за дверями нет. Искусственный мир. То есть, в принципе, если брать жизненную проблему и вносить ее для решения в класс, тогда было бы отношение совсем другое. Я просто, если можно, один пример. Да. Где я видел, рассказывались о товарных знаках. Но учитель рассказывал, лекция была, показал всякие товарные знаки. И потом задание было. Причем учитель не виноват был, он взял из рабочей тетради. Пойди в магазин и найди 5 товаров вот с таким знаком, с таким и таким. Я спросил, когда я в жизни пойду по магазинам шляться по полкам и искать товары с каким-то... Я беру товар, смотрю, какие знаки там. И потом решаю, куплю я этот товар или нет. Что почему нельзя было сделать так, что ребята принесут этот товар в класс, и тогда мы будем разбирать вот эти вот знаки. А есть такие методологические пособия, которые вот снабдят такими подсказками учителей? Но на самом деле у нас целый портал методических материалов. Да, Дмитрий. Тут, может быть, даже другая проблема возникает, что для обычного, стандартного, нормального человека обилие информации – это уже дезинформация. И я вот часто сталкивался с такой проблемой, что если посмотреть на все обилие, многообразие методических разработок, которые в последние годы применяются, то учитель уже не может сориентироваться в этом потоке. Я тут, может, добавлю, что одна цель наша сейчас именно то, чтобы вот эти методические материалы, дидактические всякие учебные материалы, чтобы их собрать в один сайт, и чтобы оттуда вот учитель, ученик сам мог бы выбрать тогда те, которые уже ему подходят. И чтобы они были бы структурированы там по предметам, по каким-то темам, по общим компетенциям. Но я хотела бы вернуться к вашему вопросу тоже, что надо сделать для того, чтобы заинтересовать ученика. По-моему, это очень легко. Если меня интересует, что вас интересует или что Дмитрия интересует, самый легкий момент – это то, что я могла бы спросить у Дмитрия или у вас, что вас интересует. Точно то же должен сделать учитель. Он должен исходить из своих учеников, то, что их интересует. Спросить, да, но есть программа, и он должен преподавать. Ой, вот да, это. Бросьте, это не то. Потому что программа – это не то, что... Программа не состоит из того, что тут таблица,
таблица умножения, тут теорема Пифагора, еще что-то третье, 24-е. Программа в том числе состоит из компетенции общения, компетенции сотрудничества, компетенции самосознания, самооценивания и так далее, и так далее. И это должно тоже развиваться в течение учебного процесса. И никаких таких рамок нет. И я бы сказала бы еще, что учитель, я бы сказала, неделю спрашивайте у учеников, что вы хотите, тратьте это время, потом вы выиграете это время в течение целого года вдвойне, втройне. Вместо того, чтобы начать учить, преподавать Ирина, то, понятно, что вам кажется интересно. Это не работает. Спасибо, мы эту тему продолжим, но она не так красиво и прекрасно, как мы сейчас ее обрисовали. Есть определенные трудности и сложности, и мы продолжим после небольшого сюжета, где мы как раз и познакомим зрителей с той программой, о которой мы сегодня и разговариваем. В гимназии школа обязана представить 122 курса. Каждый курс 35 часов. Это один урок в неделю на протяжении года. Гимназист должен пройти минимум 96, в том числе в русских школах 67 обязательных. Остальное практически треть по выбору. В том числе сам ученик может выбрать 11 индивидуальных направлений. И даже если в родных стенах нет вожделенного китайского или графического дизайна, то посещать их в другой школе. Список обязательных предметов для современных школьников узнаваем родителями и даже бабушками. Все тот же. Родной язык и литература, иностранные языки, в том числе эстонский как второй, математика, естественные науки, социальные науки, искусство, физкультура. Новым является то, что школа вообще может менять этот перечень с согласия попечительского совета и, оповестив родителей, может не мельчить уроками, а предложить учить неделями, месяцами, сплошными курсами углубленно какой-то предмет, а потом погрузить в другой. Госэкзамен все равно через 3 года. Главное – конечный результат. Госэкзаменов всего 3 – математика, эстонский и английский. При этом школа имеет право устраивать внутренние экзамены, чтобы дисциплинировать и мотивировать. Вот такая вот программа нынче у нас в гимназии. Я хочу обратиться к Игорю Колокаускасу, педагогу одной из сталинских школ. Игорь, вы недавно опубликовали любопытную статью, и там как раз говорилось о том, что программа, по большому счету, может быть любой. Проблема реализации этой программы – это главный вопрос. И вы там очень конкретно описали, что мешает учителям реализовывать эти программы. Можете вкратце рассказать нам? Вкратце? Но я не говорил, что она может быть любой. Нет, она замечательная программа, я ничего не могу сказать против нее. Но когда мы приходим в школу к конкретному учителю, мы видим совершенно другую ситуацию. Учителя, во-первых, перегружены очень сильно. И когда в это рабочее время, о чем я написал статья, в это рабочее время пытаются впихнуть абсолютно все, в том числе и, правильно, это логично, требовать, ожидать от учителя, что он будет изучать какие-то методические материалы, применять что-то для себя. Но когда у него 24-25 уроков в неделю, у него просто голова взрывается уже на третью неделю учебного года, и ему только бы успеть, потому что у него еще там развивающие беседы, еще, и в конце концов он просто выгорает. Поэтому сейчас вся эта замечательная учебная программа, она в основном она выходит на плечах энтузиастов, молодых учителей, которые просто еще не знают, к счастью, что их ждет впереди, и о чем их спросят, и как с них спросят. Вот. И есть, с другой стороны, есть учителя постарше, старшего поколения, которые уже настолько устали, что они, на мой взгляд, даже и перестали реагировать на все эти изменения. Ну, лично я не то, чтобы я перестал реагировать. Это все замечательно, все очень хорошо, но я, когда начинаю возвращаться к своим реалиям, я понимаю, что на все силы мне просто не хватает. Игорь, для вас 1 сентября праздник? Конечно. Спасибо. Смотрите, проблема. Программа создана вроде как для учеников. А кто будет думать об учителях, которые на самом деле реализуют эту программу? Если, опять-таки, в помощь учителям, ведь было правильно сказано, что этого материала может быть даже слишком много. То есть, по идее, со стороны, скажем, государства эти методические материалы были подготовлены.
То есть они имеются сейчас, и ими можно пользоваться. В этом смысле, помимо этого, есть еще и общественные порталы. То есть материал для поддержки учителей существует. Вопрос, конечно, в том, что помимо учебной программы, помимо, я вот в этом смысле с Игорем совершенно согласен, что учителя, может быть, перегружены вопросами, которые непосредственно не связаны с, с учебным процессом. Вот кто за это несет ответственность? И зачем нам это надо? Зачем эта бумажная работа? Ну, Ирена, я так полагаю, что это скорее, наверное, вам вопрос, как представителю министерства. Не уверена, что ко мне, потому что вот так вот. Если мы посмотрим в закон об основной школе и гимназии, то там у нас, если вы говорите о бюрократии, о бумажной нагрузке, так, то там, честно говоря, ничего не сказано. Так что в основном учитель должен обучать своих учеников. Да, развивающие беседы – это обязательство классового руководителя, но это тоже очень тесно связано с учебным процессом и реализацией учебной программы, потому что обратная связь – это очень важная часть программы, очень важная часть обучения. Так что хорошо, откуда берется эта нагрузка? Если вы говорите, что вроде как министерство таких указаний не дает. Откуда эта нагрузка берется? Насчет бюрократии не дает, да. Я думаю, что, ну, во-первых, конечно, учительская работа – это очень сложная профессия. Это нагрузка. Это все понятно. Все понятно. Откуда берется? Я с этим не хочу спорить. Но я думаю, что здесь учителя часто тоже должны посмотреть в этом смысле в зеркало, что себя как бы защищать от этой, в хорошем смысле, от этой большой нагрузки. То есть, опять-таки, ответственность в учебном процессе можно очень часто дать ученикам, чтобы они подготавливали материалы, чтобы они подготавливали уроки, чтобы они давали бы обратную связь. Очень-очень хороший метод – это интеграция разных предметов. То есть не брать на себя лично всю ответственность, а работать с другими учителями, вместе разрабатывать планы, вместе разрабатывать разные мероприятия и так далее, и так далее. Приглашать на уроки людей извне школы, предпринимателей, там, ученых, еще кого-то. То есть здесь очень много разных возможностей, где учитель может разнообразить учебный процесс. Ирина, но это все понятно, мы об этом уже говорили и в прошлом блоке передачи. Мы говорим о том, что у учителя нет ресурса физического все это делать. Возможность есть, но он не может. И задается вопрос... Кто в этом виноват? Откуда берется, Дмитрий? Я не согласна, что не может. Я Дмитрий, вижу вы как учитель. Изо дня в день учителей, кто могут. Нет, но дело в том, что у нас очень много школ в нашей замечательной стране, и в каждой школе существует свой неповторимый климат. И есть сколько угодно примеров, где эта работа сделана таким образом, что учителя действительно имеют возможность заниматься тем, что им нравится. А когда ты этим занимаешься, когда ты любишь делать свое по-настоящему, у тебя есть для этого возможность, и делаешь это с наслаждением, с азартом, то это становится, естественно, зажигающим моментом и для учеников. Правильно ли я вас понимаю, что многие учителя, не будем говорить там большинство, меньшинство, но какое-то количество учителей не любит свою работу? Обязательно. В каждой профессии. Я думаю, что не все продавцы любят свою работу, не все механики любят свою работу. Я думаю, что всегда есть и те, и третий, и 25-й. Мы здесь много говорили про свободу нынешней школьной программы. А какие свободы есть у школы при работе с учителями? Если учитель, например, и мы в одном сюжете это видели, хочет посвятить какой-то теме 2-3, а то и целый месяц, пожалуйста. Школа может дать эту свободу? Консенсус. Естественно, для этого есть возможности. И тут тоже много примеров. Мы сейчас не можем, к сожалению, на них останавливаться. Но можно было бы говорить о том, как школа договаривается. И происходит действительно момент синергии, когда и ученики, и учителя находят тот знаменатель, в рамках которого им работать интересно, с соответствующим наполнением это наполняется. И тогда это приносит совсем другие результаты. Учеба эффективной становится. Мы это видели неоднократно, и такие примеры есть. Но опять-таки это надо ломать школьную инерцию, а школа, как институт, все равно продолжает оставаться в известной степени. Я неоднократно сталкивался с этим институтом, уж позвольте мне такое выражение, на собственной шкуре. И меня часто, когда я предлагал прийти и рассказать детям об интересных вещах, на мой взгляд, интересных, школа говорила, что это все замечательно и прекрасно, но у нас нет времени, у нас программа, мы должны вот... Мы не можем найти свободного урока для этого, потому что у нас четко прописана программа.
Если я могу, я приведу один пример, опять-таки, из личной жизни. Еду в автобусе, два ребенка, 7-8 лет, мальчик и девочка. Мальчик бубнит постоянно, что уроки неинтересны, постоянно приходится писать. Девочка спрашивает, а что ты хочешь? Ну, я хотел бы что-нибудь другое. А мы все время пишем и пишем, на что девочка назидательно говорит мальчику, а что делать? Это ведь государственная учебная программа. Восьмилетняя девочка... Они же не сами это придумали. Вот именно, о чем я говорю. Откуда это берется? Значит, учитель, который решил... Откуда учителя это берется? Смотрите, вы говорите, программа, выбирай все, что хочешь. Почему учителя... Так проще. То есть в данном случае так проще заставить детей из урока в урок писать, какой-то учебный результат будет достигнут, вот, и учителю, собственно говоря, не надо работать и придумывать что-то новое. И легче всего спрятаться за государственную учебную программу. Хорошо, спасибо. Я бы хотел сейчас выслушать мнение публики в зале. Я знаю, что есть несколько вопросов. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Во-первых, большое спасибо за новую государственную учебную программу. Вверх 2010 года она просто прекрасна. Обычно в жизни случаются сначала вещи де-факто, а потом де-юре. У нас пока что немножко наоборот. Де-юре есть, де-факто, вот мы к этому приходим. Я думаю, что говоря о вот этой вот о давлении, мы говорим не о программе, а мы говорим об экзаменах. Да, потому что зачастую все-таки, скажем так, топ-школ, рейтинг школ составляется за счет экзаменов, результатов экзаменов. Из первого класса, в принципе, учитель, если это учитель языка, русского, английского, он уже начинает готовить детей к экзамену. И его задача сделать так, чтобы его ученики сдали экзамен на высший балл. Да? И здесь он понимает, что местами он может где-то углубиться в какой-то материал, где-то не может углубиться, но это давление связано с экзаменами. И я хочу сказать, что когда у нас сместится акцент результативности обучения с экзаменов на то же самое ощущение счастья в школе, тогда будут произведены те самые изменения. Но этих экзаменов требует кто? Родители в том числе. Они говорят, что в этой школе, смотри, дети сдают экзамен на 100 баллов, а в этой на 80. Отдам ребенка в эту школу, понимаете? То есть здесь получается, с одной стороны, понятно, есть учитель, с другой стороны, есть требования родителей и конкретно ожидания родителей. Вот. И я хотел сказать, что исследование о том, поскольку я тоже достаточно близок к этой сфере, сфере образования, я знаю, что сейчас психологи Таллинского университета изучают школу на предмет счастливости, если так можно выразиться. Да? То есть идет долгосрочное 5-летнее исследование, в котором будут изучать, и будет очень интересно посмотреть школы, рейтинг оценок и вот этого уровня счастья. Спасибо. Вы не представляете, это Алексей Разин из Game Club, вы могли видеть его в одном из сюжетов. Как вам кажется, вот эта вот система оценивания и экзамены, это не устарело? Может быть, уйти от этого, и тогда жизнь станет проще учителям? Ну, во-первых, если можно, опять-таки, у нас теперь, это раньше у нас было 14 государственных экзаменов, сейчас, на самом деле, осталось только 3. Слава Богу. Как бы 3 экзамена, слава Богу. Второе, что я хотел сказать, что рейтинги составляют не министерство, рейтинги составляют пресса, медиа. И в этом смысле как бы это опять-таки такое дело. Ну, я понимаю, летом новостей нет, а зато госэкзамены... Есть какие-то планы уйти от этого? Потому что мы видим, что это создает определенную напряженность. Ну, да, есть. И действительно, мы сейчас работаем над тем, чтобы создать новую систему оценивания школ, обратную связь школ, где считались бы не только академические знания, а где считалась вот именно то счастливость, обратная связь от родителей, от учеников, от учителей в том числе. Потому что это тоже важно, что не только ученики были бы счастливы, а ученики не будут счастливы, если там несчастные учителя, так что и это очень такая учебная сфера в школе очень важна. Так что мы сейчас работаем над этим. Уже тесты проводят, вот Таллинский университет проводит тоже исследования, так что университеты работают над тем, мы хотим уйти от этой системы, потому что, честно говоря, Министерство образования и науки борется много-много лет против вот этих рейтингов, но общество, родители в том числе, действительно хотят получить какие-то результаты. И мы должны подтверждение, действительно... что их ребенок самый умный. Да, абсолютно. И счастливый в том числе. И мы должны действительно до того, как сказать, что все, экзамены мы больше не считаемся, до того, конечно, предложить какую-то другую модель. Потому что просто так, что давайте теперь школы не оценивать вообще, это не сработает. Так что... Спасибо, Ирина. Я знаю, что есть еще один вопрос у нашей публики. Давайте выслушаем.
Я очень рада, что есть такая возможность задать вопрос. Он будет продолжением... Представиться? Да. Людмила Рождественская, образовательный технолог Таллинской Кисклиновской русской гимназии. И у меня даже конкретно есть вопрос к Эйнеру и к Энове. Мы работаем с учителями над новой программой в том числе. Вопрос буквально, ему еще нет недели. Опять крик души. У учителя две цели. Одна цель, он видит компетенции, прописанные в государственной программе. Вторая, в частности, учителей математики, английского языка, эстонского языка. Содержание экзамена, который обыкновенный тест академической успешности, устаревший и морально, и содержательно. Если изменений не произойдет, вот именно в этих базовых предметах, в частности в математике, это боль просто, потому что учитель не может на эти две разные цели работать. Хотелось бы услышать какой-то ответ, в котором есть надежда на изменения. Спасибо. Если можно, коротко. Коротко, да. Естественно, что экзамен сам по себе всегда проблема. И измерение, какое-то конкретное измерение, оно всегда приносит определенные проблемы, потому что... Если мы говорим об учебной программе, мы хотим разностороннего ученика. Математика, экзамен по математике измеряет вполне конкретные знания и умения. И в этом смысле, естественно, что пока этот экзамен в таком виде, то ничего такого обнадеживающего я сказать не могу. Но во всяком случае у нас как бы работают над этим, чтобы этот экзамен превратить в более современный, в такой, который бы отражался, в котором бы отражались вот те компетенции, которые прописаны в учебной программе. Спасибо большое. Мы продолжим, и чтобы сменить немножко вектор нашей беседы, я предлагаю сначала посмотреть один из ранее подготовленных видеосюжетов. Согласно последним данным Министерства образования и науки Эстонии, выпускник профтеха получает на 50% меньше, чем выпускник университета. При этом те, кто пошли в сферу обслуживания, зарабатывают на 45% меньше, чем специалисты в области безопасности. Департамент статистики также вынужден признать, что специалисты с неэстонскими фамилиями во всех сферах зачастую имеют уровень образования и подготовки, который слишком высок для занимаемой ими должности. Иначе говоря, мог быть начальником, а сидит в рядовых исполнителях. В целом, разница в доходах больше зависит не от уровня образования, а от области экономики. Технические специальности и компетенции в инфотехнологиях обеспечат более высокую зарплату для представителей всех национальностей и на всех ступенях мастерства. Задолго до этого Институт будущего в совместной работе с научно-исследовательским институтом Феникса опубликовал статью «Навыки будущего», в которой говорится о способностях, которые будут необходимы для того, чтобы получить престижную работу в 2020 году. Решение со смыслом, способность определять глубинный смысл или значение решений. Даже умные машины не способны распознать скрытый смысл обрабатываемой ими информации. Социальный интеллект. Навыки общения всегда являлись и будут являться важнейшим качеством при поиске желаемой работы. Нестандартное и адаптивное мышление. Способность мыслить иначе, находить решения вне поставленных рамок. Межкультурная компетентность. Знаний иностранных языков будет недостаточно. Потребуется дополнительное изучение особенностей культур различных народов, их обычаев и традиций, этических и моральных норм. Вычислительное мышление – способность обрабатывать большие объемы информации, выделяя в ней главный смысл. Грамотность в области новых медиа – навык разработки контента для представления в новых средствах массовой информации. Трансдисциплинарность – способность понимать концепции нескольких дисциплин. Проектный образ мышления – способность построения, формулировки, организации задач и рабочих процессов с целью получения желаемого результата. Когнитивное управление – способность фильтровать и исключать информацию по степени важности, а также понимать, как максимально развивать функции мышления, используя различные методы и средства. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, ПИСА, каждые 3 года проводит мониторинг качества образования школьников до 15 лет по 3 основным направлениям. Функциональное чтение, математическая и естественно-научная грамотность. Термин «грамотность» используется, чтобы подчеркнуть умение учащегося использовать знания в повседневной жизни.
И вот общие выводы. Уровень учащихся основных школ Эстонии среди лучших в мире, а в Европе мы находимся в абсолютных лидерах. Результаты улучшились по сравнению и с 2006, и с 2009 годом. Например, в природоведении молодежь Эстонии делит первое и второе место с Финляндией. Результаты русскоязычных школ Эстонии за 6 лет совершили небывалый и значительный в мировом контексте прыжок. В основной школе Эстонии проделана очень хорошая работа, оказана помощь учащимся с более низкими результатами. Из стран Европы в Эстонии меньше всего 15-летних молодых людей с низким уровнем умений, а на фоне других стран Эстония находится на высших позициях. В Эстонии нет образовательного расслоения, система образования является единой и эгалитарной. Данные по школам в Эстонии в 2012 году показали три важных и любопытных момента. По-прежнему ученики русских школ отстают от сверстников из эстонских школ примерно на год, но при этом опережают по основным показателям российских школьников. Получается, что дополнительные занятия эстонским языком не мешают качеству знаний в основной школе. Более того, по сравнению с 2006 годом, русские школы в нашей стране значительно улучшили свои показатели, в два раза быстрее, чем эстонские, и, собственно, обогнали сверстников в России. Не в сумме знаний, а в качестве, то есть в умении этими знаниями распорядиться, применить, в том числе и в нестандартной ситуации. Карина, хочу тебя спросить. Скажи, пожалуйста, ты знаешь... На какое отделение ты пойдешь учиться дальше после гимназии? У меня есть конкретное желание, но я, конечно, у меня есть время передумать. Угу. А твои одноклассники тоже уже решили, куда они пойдут дальше? Некоторые да. А некоторые еще пока... Некоторые еще нет. Вот, господа эксперты, скажите мне, пожалуйста, почему у нас такая складывается обстановка, когда 12 лет проучившись человек в школе, толком не разобрался, что ему интересно? Это ключевая проблема, может быть. Мы об этом постоянно говорим, что ребята, приходя в гимназию, они толком не могут себя грамотно, адекватно оценить, физики они или лирики, даже на этом уровне. Почему это происходит? 12 лет – это, извините, большой отрезок жизненный. Причем в то время, когда человек формируется. Он 12 лет проводит в школе и не знает, чего он хочет. Ну как так? Ну вот качество любой системы как бы и проверяется реакцией на ошибку, значит... А в чем эта ошибка? Где? Где эта загвоздка? Ну, мне кажется, что первое, на что нам действительно внимание надо уделять, это профориентация. На самом деле, как бы, здесь как раз и тот же самый вопрос, какие знания мы даем. То есть даем мы знания жизненные или даем, придумываем мир какой-то и готовим к этому. То есть, в принципе, профориентация – это первый, то я думаю, что ключевое слово в данном случае. Это и второй вопрос, или вторая проблема, что мне лично кажется, это может быть наша система, где у нас есть, так сказать, школа-труба, ты выходишь, заходишь в первый класс и выходишь в 12-м, она не заставляет тебя в какой-то момент принимать решения. То есть те ребята, которые заканчивают 9-летнюю школу, им приходится принимать решения, им приходится уже выбирать гимназию с прицелом на будущее. А если ты остаешься в гимназии только потому, что тебе, чтобы не решать, то в этом случае нет и гарантии, что ты к 12-му, к окончанию 12 класса примешь. Это все понятно, да, но что делать? Вот эта нынешняя программа, она будет меняться? Будет там включен какой-то элемент профориентации? Он есть. Почему до сих пор мы ощущаем эту проблему? Он обязателен для школ, так что... Ну, я думаю, что действительно здесь есть над чем работать, чтобы это делалось бы более качественно в школах. И в том числе я думаю, что очень важно дать детям уже с первого класса, может, уже с детского сада даже, попробовать разные вещи реально. Не просто учить из учебников, а вот это самое, что мы говорим, чтобы это было бы связано с жизнью, чтобы они могли бы сами, я не знаю, суп варить, не просто учить из учебников. Я и хотел у вас уточнить. Мы говорим, что профориентация есть в программе, но это касается только гимназии. Нет, основной школы. В основной школе тоже есть. Да, она есть, и она обязательно. Но тут опять-таки, как ее проводят? Что может, ее можно привести так, что придет один раз кто-то в школу и сделают лекцию, что, знаете, дети, так и так и так. Это можно сделать так, что действительно реально работают с каждым учеником. Но еще хочу подчеркнуть, что мне кажется, что профориентация будет работать самым лучшим образом, когда каждый учитель работает над этим. Не просто кто-то, один специалист пришел один раз или один раз в неделю, а каждый учитель, преподавая
свой предмет, он приводит вот эти примеры. То есть, чтобы действительно физик делал бы практические работы. Там выходили бы в музеи, приходили бы люди из других организаций школы. Да, про это Игорь Колокаусский говорил, что, к сожалению, это идет в дополнительную нагрузку. Нет, это неправда. Хорошо, а Карина, что ты хотела сказать? Хочу сказать о том, что в школе, наверное, сейчас все труднее становится углубляться в какие-то предметы, потому что, когда у тебя есть много предметов, и ты по каждому должен стараться, по каждому сдавать тесты, ты распыляешься на все. И если ты хорошо справляешься с этими предметами, в какой-то момент у тебя возникает вопрос, почему я ходил на эти олимпиады по химии в 8 классе и не буду становиться врачом? Зачем я тогда ее учил и тратил на это время? Тебе потом становится обидно за приложенные тогда усилия. Если ты их не прикладываешь, тогда ты получаешь плохие оценки в какой-то степени. И когда ты слишком много стараешься над всеми предметами, ты у тебя все меньше времени пытаться понять, что же мне все-таки нравится на самом деле. Тем не менее, это такая общая универсальная формула, что ты, выходя во взрослую жизнь, должна знать многое обо всем и очень хорошо один какой-то конкретный. Вот. И я хотела бы еще сказать, что очень трудно выбрать что-то, если ты только знаешь о двух-трех вещах что-то. Для того, чтобы выбрать, у тебя должна быть знания, хоть какие-то базовые знания по каждому предмету. Например, если ты учишь только литературу, языки и так далее, ты никогда не знаешь, может быть, тебе химия понравилась бы, но ты никогда не учил химию, так что ты не знаешь. Так что ясно, что какие-то базовые знания должны быть, но еще раз скажу, они должны быть больше связаны с реальной жизнью, я не хочу сказать, потому что школа — это и есть реальная жизнь. Ирина, вы знаете, в интернете очень такая популярная картинка, где написана какая-то формула, а снизу подпись человека. Мне 40 лет, я до сих пор жду, когда мне это знание пригодится. А вы знаете, вот я, например, тоже думал, где мне пригодится теорема Пифагора. В 45 лет пригодилась. Когда строил дом, вам повезло, представляете, какому числу людей не пригодилось? И сколько времени было убито, и нервных клеток тоже, да? Я бы также хотела заметить о том, что если мы говорим о подготовке, как школа готовит учеников ко взрослой жизни, если говорить не только о профориентации, а в принципе рассказать детям о их возможностях, потому что я очень отдаленно, например, представляю, как у нас действительно работает Хагикасса, на что следует обращать внимание, когда берешь кредиты, планирование семейного бюджета, даже более того, когда ребенок учится в школе, он достигает 18 лет, возраст, когда он может ходить на выборы, и мне кажется, очень много учеников в наше время, они либо вообще ничего не понимают в политике, тогда они либо не идут на эти выборы, либо поступают так, как поступают их родители. Я очень уважаю выбор моих родителей, но я не хочу, чтобы он именно поэтому по умолчанию становился моим. Спасибо. Очень интересно на следующий год, когда действительно 16 лет пойдут. Давайте послушаем несколько вопросов из публики. Я знаю, что у нас есть ряд вопросов. Да, Игорь. У меня не то, что вопрос, просто ушли участники дискуссии от очень, очень важной темы. Вы задали вопрос по поводу того, что делать, каким образом проводить профориентацию вот в этом русле. Я думаю, что я об этом тоже много раз говорил, что самое главное, что в нашей республике никак не могут решиться на то, что уже, в общем-то, по сути, по умолчанию требует эта новая программа. Основные школы должны быть отделены от гимназий, и все выпускники основной школы должны выбирать себе гимназию. То есть в одном здании основная школа и гимназия находиться уже не должна. Это уже вчерашний день. Реализация этого решения мешают только политические амбиции и упорство отдельных элитных школ, в частности, в Таллине. Спасибо. Знаю, что есть вопрос еще и на этой трибуне. Вопросы или комментарии? Это тоже комментарий, да. Касаемо профориентации. Профориентация – это уже некоторая такая, скажем, конкретное решение выбора профессии. Да? И когда мы говорим про государственную учебную программу, там есть прекрасная компетенция самоанализа. Да? То есть когда ребенок с первого класса учится понимать сам себя. И был очень интересный сюжет с предметами. Да, который, большинство предметов ориентированы на внешний мир. Внешний мир, я изучаю географию, это внешний мир, я изучаю биологию, что там происходит, что в химии происходит и так далее, и так далее. Представляете, был бы предмет самопознания с первого класса, где я бы понимал себя, учился бы находить контакт с собой, и тогда с 12 класса было бы больше шансов выбрать конкретную профессию, если бы я знал, что я хочу. Но у нас, в принципе, такой предмет есть — человековедение. Если посмотреть человековедение в плане конкретного учебника, то большинство вещей там направлено опять-таки на внешнее обучение, не на внутреннее, не в себя. Спасибо. Программа потихоньку подходит к своему завершению, но есть еще одна тема, которую мне
непременно хотелось бы затронуть в этой программе. Давайте посмотрим один небольшой сюжет и продолжим. Цитаты из закона об основной школе и гимназии. Статья номер 3. Базовые ценности общеобразовательной школы. В общеобразовательной школе обеспечивается поддержка духовного, физического, нравственного, социального и эмоционального развития учащегося. Создаются условия для сбалансированного развития способностей, для самореализации учащегося, для формирования у него научного мировоззрения. Статья номер 5. Задача гимназии. Гимназия выполняет как образовательную, так и воспитательную задачу. Задача гимназии – подготовить молодого человека к дальнейшей жизни, как творческую, разностороннюю, социально зрелую личность, заслуживающую доверия, а также осознающую свои цели и умеющую достигать их в разных сферах жизни, в качестве партнера в личной жизни, носителя и пропагандиста своей культуры, профессионала на рынке труда, а также гражданина, ответственного за устойчивое развития социальной и природной среды. И я хочу прочитать еще один пункт из статьи 6 закона о школе. Школа исходит при организации своей деятельности из выраженных в государственных программах обучения ожиданий общества, потребностей и интересов учащихся, учитывая по возможности предложения учащихся и родителей, а также особенности региона. Есть вот такой вот у нас закон интересный. Я думаю, многие догадываются, к чему я клоню. Нет, не догадываетесь? Скажите, пожалуйста, вот этой свободой, о которой мы сегодня очень много говорили, больше пользуются эстонские школы или русские школы? Или сложно так выделить? Вы знаете, я сложно так сказать, потому что я вот в последнее время очень много ездил по русским школам, с русским языком обучения. И вот мне как раз нравилось, вот, каким образом выделяется школа, хорошая школа. Когда с ними разговариваешь, то обязательно скажут, а у нас вот такая фишка. И вот это вот найти свою фишку и гордиться ею, вот это вот как раз то, что дает, вот эта свобода как раз дает эту возможность. То есть, в принципе, например, я не могу сказать, что русские школы не пользуются этой свободой. То есть, вот эти, поиск этой фишки, это хороший показатель. Дмитрий? Ну, можно вспомнить одну историческую цитату, монолог известного монархиста Мариса Палеолога. Он говорил о том, что русский народ по природе своей царист. Двигается вперед исключительно, когда чувствует над собой железный кулак и кнут. Это самое ценное, что оставили нам татары. К сожалению... Вы это ощущаете? Иногда в некоторых сферах нашей жизни чувствуем присутствие вот этого нашего... Что касается школьной жизни? Ну, школа как бы обречена на то, чтобы оставаться в известной степени инертным институтом, институтом консервативным. Но это, естественно, не отменяет живую инициативу, и проветривать школу надо. Ну, я хочу сказать, что мне кажется, что мы все меньше и меньше должны говорить в Эстонии о школах с разными языками обучения, потому что мы говорим об одной эстонской школе, с большой буквы эстонской, и мне кажется, что здесь все зависит от школы, от конкретной. У нас есть очень хорошие примеры, например, Валгасская русская школа, которая одна из лучших школ, которая дигитализацию, программу дигитализации проводит и так далее, и так далее. Примеров очень много, так что здесь я не хочу сказать, одни лучше, другие хуже, каждый идет по своей тропе. Еще раз повторюсь, учитывая по возможности предложения учащихся и родителей, а также особенности региона, я вам могу привести большое количество школ, которые хотели бы преподавать на русском языке, в том числе и в гимназии. Почему они не могут воспользоваться свободой выбора в данном случае? Сколько у нас время, да? 5 минут до конца передачи. Мы с вами год назад опять, в этой студии встречались на эту тему. Эта возможность действительно в законе есть. Правительство принимает решение. Есть конкретные указания, которые школа должна учитывать. Это в законе об основной школе и гимназии. Закон создается, это договоренность общества. Закон. Ирина, можем мы сказать, что специалисты, в принципе, против этого? Но это политический вопрос. Нет.
Не можем так сказать. Специалисты, если вы говорите о специалистах директоров и учителей школ, то есть очень много директоров и учителей, которые абсолютно не против. Эйнар, вы как специалист что скажете? Нет, ну, в этом смысле, что сейчас это 60-40, это прописано законом. В этом смысле как бы... Это политическое решение. Но это закон, это закон есть политическое, да. То есть это принимается парламентом. Но вы как специалист. Вот. С другой стороны, что я могу сказать? В принципе, если будет... опять-таки политическое решение и заказ общества, то может быть другая модель. Но предположим, что прописать, что в концу гимназии С1 и школа решает, каким образом она обеспечивает. Но это должно быть прописано законом в данном случае. Ну, заказ от общества есть. Посмотрим, как отреагируют наши политики. Хотя, я думаю, мы знаем, как они на это реагируют. Я знаю, что есть еще вопросы в публике. У нас немного времени осталось. Да, прошу. Добрый день, меня зовут Леонид, и в прошлом году я закончил гимназию, сейчас я учусь на первом курсе университета. Закончил я гимназию маленькую, то есть у нас с 10 по 12 класс учится около 140 человек. Я бы хотел поговорить с вами чуть-чуть о свободе. Конкретно у нас в гимназии было очень свободно. Это царство небольшого, ну, не знаю, может быть, грубо будет сказано, директора-самодура, который дает возможность всем учителям все, что они хотят, можно сказать. И иногда это превращается в некоторое, опять же, в некоторое королевство хувьюхта. То есть везде так называемый один хувитегивус и ничего больше. Из-за этой свободы страшно страдает академическое образование, образование в целом. То есть сейчас я уже знаю, что мои бывшие одноклассники, прошла только даже неделя не прошло, учеба в университете, они уже забирают документы, потому что они не знают, как учиться в самостоятельной и строгой среде. То есть действительно ли это вот свобода, о которой вы говорите всю передачу, это так хорошо и это так нужно? Есть какой-нибудь короткий комментарий? Ну, мой короткий комментарий. Не надо путать божий дар с яичницей. То, о чем вы говорите, это не свобода. То, что творило... Если вы говорите самодур и свобода, два слова исключают друг друга. Почему это происходит все-таки? Ну, по всей вероятности, здесь, как мы уже говорили, есть хорошие школы, есть плохие школы. Вот. То есть в данном случае, по всей вероятности, я могу судить только по одному комментарию, что это не самая лучшая школа. Я благодарю публику в студии, благодарю вас, уважаемые эксперты, ученики и учителя. Но прежде чем сказать вам до свидания, я хочу напомнить, что в августе у нас состоялась дискуссия относительно представителей без гражданства в Эстонии. Эта дискуссия была на фестивале мнений в Пайде. И по итогам обсуждения на фестивале мнений эта инициатива уже, ну скажем, приобретает реальные черты. И мы запустили на rahvaalgatus.ee дискуссию на эту тему. И будем надеяться, что это обсуждение дойдет и до Риги Когу. Также у нас есть идея запустить подобную дискуссию на rahvaalgatus.ee относительно нынешней ситуации с русским и эстонским языками в русских школах. Ну, мы говорим о системе 40-60. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Хочу сказать, что на следующей неделе, в среду в 20:30, мы будем говорить на тему здравоохранения и о той дыре в бюджете кассы страхования. Дыра, надо сказать, не маленькая. Минус 33 миллиона. Чем это аукнется нам всем? Через неделю в этой же студии с другими экспертами. Не пропустите. Меня зовут Дмитрий Фефелов. Хорошего вам вечера.